Что? Да быть этого не может. А старушка-то ожила. Тех поставил на границу новый радар. Это плохо для контрабанды, плохо для Альдекальда и особенно плохо для меня. Я хочу узнать, как он устроен, но для этого мне надо его получить. Доставь мне эту штуку, а я тебе хорошо заплачу. Подробности сейчас пришлю письмом.
Используй средства прямого воздействия. Большие потери!
Он на меня напал! Внимание! Вижу врага! Thank you.
Надо держаться вместе! В атаку! Цели корпоративные импланты! Мы под обстрелом!
за это заплатит! Я под обстрелом! Быстро, быстро! Привет, Джуди. Как себя чувствуешь? Херово, но у меня появилась идея. За собой смотри! Еще слишком мало времени прошло. Чтобы пережить горе, нужно преодолеть все этапы, знаешь ведь? Шок, гнев, депрессия. Я сейчас на этапе гнева. Здесь пока и останусь. Потому что с гневом я знаю, что делать. Рассказывай, что придумала. Бар Лизис когда-то был борделем. В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш клуб. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Ты хорошо все обдумала, Джуди? Точно? Я вообще ничего не обдумывала. Ты пойми, Шель, мы добились свободы не потому, что сидели на жопе ровно и ничего не делали. Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Ты с нами? Ладно, сделаем это. Е-е-е, круто. Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майком Аэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Майку Маэда? Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках. Довольно хороший. А официально она кто? Просто кукла. То есть никто. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Ну, это уже что-то. А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком. Когда к ней пойдем? Рано утром. Облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До 8. Встретимся у входа. Хотя нет, давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно, никто не узнает, что мы там были. Договорились, на балконе.
Я да. думал, кочевники Говорит. Не сидят на месте. Решила остепениться? Да. Таких, как на нас. Значит, в другой раз. И что там дальше? Так вот, как я говорила, таких, как я, называют статик. И мы тоже. А закончим позже. Что за... Лёг уже. Давай, выкладывай. Не поймите меня превратно, вопрос довольно необычный. Допустим, некто хочет узнать больше о людях и отношениях с ними. Что посоветуете? Надо думать, ты для друга интересуешься. Ну, с людьми нужно общаться, наблюдать за ними, слушать, изучать их. Изучать? Это очень полезный совет. Тысячу раз благодарю за помощь. Приятной вам поездки. Учтивей. Те, кто плохо работает, успеха не добиваются. Вопрос с радаром для меня так же важен, как и для всех пустошей. Надеюсь, к следующему разу ты возьмешься за ум. Заказ закрыт. Thank you.
Привет, Джуди. Как себя чувствуешь? Херово, но у меня появилась идея. Еще слишком мало времени прошло. Чтобы пережить горе, нужно преодолеть все этапы, знаешь ведь? Шок, гнев, депрессия. Я сейчас на этапе гнева. Здесь пока и останусь. Потому что с гневом я знаю, что делать. Рассказывай, что придумала. Бар Лизис когда-то был борделем. В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш клуб. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Ты с нами? Ладно, сделаем это. Е-е-е, круто. Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майком Аэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Но это уже что-то. Когда к ней пойдем? Рано утром. Облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До 8. Встретимся у входа. Хотя нет, давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там были. Договорились. На балконе. Фантастика, Ви. Очень красивая работа. Мои люди уже колдуют над радаром. Милитех будет ждать маленький сюрприз. Ты молодец. Деньги я уже отправила.
вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности у автострады 9. Нарушители подозреваются в разбойных нападениях на территории пустошей. Группу возглавляет Брюс Уорд. Ее члены входят в так называемую банду Духи. Властями Найт-Сити объявлено вознаграждение за устранение угрозы.